Вот такой же методикой, как вы показываете. Разве не больше месяца? Больше месяца было. И межбровный. Один миллилитр объем. Это вот на все. На все. Это когда это раньше вводили, да? Это было в октябре, в конце октября. Да, ну вот уже. Нет, этого года. Сейчас вот мне проблемами нравится вот то, что модель, я пригласила. Да, то, что сейчас мы делали, давайте. Ваяйте. Марина Евгеньевна, я не поняла. Если пол, допустим, ну хорошо, не это, другая. Ранее у нее был Суджи Липс, допустим. Нельзя? Если Суджи Липс, можно. А если Растилай? Если Растилай, ну, в принципе, можно, да. А там больше другого ничего не могло быть. А Тиасиаль? То же самое. Пусть она уточнит лучше. Не вы это делали? Я знаю, что салон работает только на этих инъекциях. Салон не работает. В салоне работают врачи. Ну, врач, который работает только на этих препаратах. Не-не-не-не, так. Просто она тогда пугается сейчас. И собираем около пациента. Берите лоток, взяли лоток, делаем процедурную здесь. То есть если процедурный столик у нас стоит, я вот так, могу положить. А вы его положите вот так. А сюда себе положите, в окно здесь кладите. Вы разложили на себе листочек, да, можно за что хвататься. Я поняла вас, отлично. Учебный процесс. Как и на кафедрах, когда смотрят, всегда спрашивают. Чего? Игла-то она ничего, мужика не будем работать. Я ее вскрыла. Так, я сейчас должна что-то обработать. Я уже обработала. Теперь мы должны собирать теперь шприц гранитом. Шприц. Аккуратно, чтобы не выпало. Да, это нам не нужно лишнее, мы уберем. Нет, в перчатках можно скрываем. Конечно, не стерильнее. Могу. Почему? В смысле, что... Давайте попробуем. Вот так это делается. А, вот. Я за это. А зачем? Растягиваю аккуратно всегда. А я нет. Видите? Так, получается у нас сейчас на этих руках. Если останется, выше можно будет вот эту зону еще. Чтобы она не опускалась. Да. Вот так. Нет, стоп. Чуть-чуть отдайте. Я его просто проверю, да. Возможно? Я очень. Вот, я хорошо. Все. Спокойствие. Только спокойствие. Спасибо. Пожалуйста, счастливо. По размеру каннеля, в общем-то, я думаю, что подойдет. Вот я смотрю там. Света, только ты не моргай, потому что я тоже боюсь. Здрасте, пожалуйста. Это моя, просто моя подружка, поэтому хорошо, я ей... Хорошо, только не моргай, только не дышать. Ну, я уже смотрю на так. Вся, сама вот я, боюсь. Допустим, все вот, ну, почувствовала. Вот. Туннель сделали? Туннель, да. Выходите. Одевайте колпачок. Кладите лоток. Это отлично. Нарушение. Не страшно. Значит, уже в руках я буду держать, потому что мы не можем уже класть. Да, класть, да. Все. Правильно.
говорится в ЖДР. Хорошо. Что покупать, Марина Владимировна? Филлер. Один только. Глаза, да, сделайте только глаза филлером. Здесь ничего не будем мы тут заполнять. Марина Геннадьевна не входит. Какой ужас, дайте сюда. Как не входит? Может, я туннель сделала правильно? Может, не сделала. Не сделала, да, туннель? Ну, то вот все. Воровцы просто так нет. А губки не этот, Мария Евгеньевна? Ну, сделайте губки, возьмите волюм еще так. Сейчас. Держите. Взяли? Держи. Вот где показан микронидлинг. Да, микронидлинг всем показан. Ну, вот я почувствовала, где а теперь микронидлинг. Перехватили, да, это взяли. А вот эти пальчики придерживают, потому что все-таки она у нас длинная, да, чтобы не соскочила. На выходе? Я на выходе, да, но я что-то не вижу, что у меня шприц. Ползет. Ну, стоп, остановитесь, подождите, успокойтесь. Руки, как у зайца. Да, потому что... Ледяные, трясутся, да. Дрожат, успокойтесь. Все, успокойтесь. Успокоилась. Смотрите, вы не видите. Вы посмотрите, у вас где уже поршень? Да. Есть. Все, хорошо. Все, стоп. Взяли? Взяли. И теперь вот это вот. Выходим и на выходе колем. Руки крупным планом можно снять у доктора. Это нормально совершенно. Спокойно, высоко канюлю не поднимайте. Не высоко, вот так имеется. Вот так, глубоко, мы же глубоко работаем, не выходите. Стоп. Я не выхожу. Все. Больно, да, свет? Все. Все, не надо дальше. Не надо, не надо, там сохранная ткань, не надо дальше. Давите на поршень, канюлю придерживаем. Не гните ее. Молодец, все, выходите. Все, пошли в другую сторону делать. Проходите. Выдохнули. Пациент замечательный, не боится ничего. Сама видит. Ну вот, смотрите, как хорошо. Да, все у вас чудесно, да, получилось. Молодец. Да, чудесно. Чудесно. Тряслись руки, чудесно. Это нормально. Напряжение. Если бы вы вы первый раз это делаете, нормально. Представляете, как хорошо у вас получилось. Даже здесь не нужно ничего. Вот сгладили вот эту линию, да, которая, да, делила. Да, да, вот то, что мне не нравилось всегда. Садитесь с этой стороны, потому что... Вот что? Что-то я как-то вот этот момент никак. Вроде бы я хорошо сейчас даже сделала тут туннель. Туннель. Не могу. Не-не-не, сами руку шприц берем. Пошли дальше. Там был фиброз, что ли? Ну, постакне. Все, молодец. Вот. Все, перехватили. Вот. Отлично. Пишите на пушку, да? Помедленно.
быстро выходите и не заполняете. Что-то не там мешает. Ну там, значит, обойдет. Что-то если бы игла была, то вы бы уже бы все бы там проткнули, да? Ну да. Камиль, она вам дает сигнал о том, что нужно, может быть, немножко вернуться назад. Вот, достаточно. Так, я выхожу с канюли, потому что я вот три сделала, этого достаточно? Или а посмотрите сами объем, как вы считаете? Я считаю, что достаточно, потому что вот я чувствую, что это, ну, по объему, по пальцам, всё. Я чувствую, что это достаточно. Хорошо. Мне кажется, знаете, я, ну, вот здесь не дошла, вот, мне нету эффекта в уголке. Нет, все у вас есть. Вот тут вот чуть-чуть да, нету. Да, вот не, не доложила, да. Это я уже вижу. А вот туда как каплю сейчас или на выходе тоже? Ну тут немножко вот надо. Вот так. Вот. Да, очень складненько. Так, да. Так, держите, Коля, у нас колпачок под кушеткой. Паша убежала, наверное. Едва ли. Скорее всего, просто покупаю. Вот так. Щечку. Все, у нас вот так. Вот-вот. Я же сказала, жила ее. Жестких. Фиброза надо. Ну, как же вот так. Вы опять все пропустили? Ну, мне же надо вот ей объяснить как-то. Надо. Это, да, неудобно. Она просто... Суджидерм. Суджилипса, Суджидерм 24 XP. Просто, когда вводили в марте, он у нее поверхностно тут лежит. И в губах липс. Дайте каплю крови. Спасибо. Это наша армия, наша любимая, да? С этой стороны значительно легче. И более, вот, да, видно, да, более слабо. Вначале здесь было проще, да, на той стороне сложнее было. Здесь легче. Здесь и вот птос он более выражен. И трафик, и подкожно-жировые печатки более выражены с этой стороны. Все. Как новенько. Да. С боевым крещением. Да, спасибо. Да, здесь еще вот эта машина. Да, вот здесь, да, еще. Ага. Да. Нет, не вы. Да. А вот машину их просто пересекать, да? Как вообще потом, если вот в будущем ей корректировать? Вот отсюда. Вообще вот так, да? Чиновки корректируйте не бингом. Вы прямо на... На больное? Да, а на больное. А я знаю. Это психологический прием. Но опоздали вы на год. Мы очень хотели. А вы бы не поместились. Вы не поместились бы сегодня столько. Народ, не жалейте. Не жалейте. Может, хоть чуть-чуть пробежитесь, потому что что такое роллеры, мы знаем. Зеркало. Зеркало. Марина Евгеньевна.
Может, хоть чуть-чуть пробежитесь? Нет. Потому что такое роллеры мы знаем, работаем роллерами. Техника, я уже так посмотрела, она та же самая. Как вам результат? Больно было? Ну, были такие моменты, но в основном терпимо. А страшно ведь все-таки, как бы, доктор учится? Да нет, честно говоря, не страшно. Потому что доверяю доктору своему. Угу. Не доверяла, я бы не поехала. Спасибо.